Здесь мы все собрались благодаря Владиславу Бурлуцкому, который все это дело затеял, пригласил наших сегодняшних гостей, и я предоставляю ему слово, и больше сама ни слова не скажу. И будет вести это все Владислав, а потом Илья Пономарев. Спасибо. Спасибо большое, Алла. Здравствуйте. Очень рад вас всех видеть. Я представляю нашу молодую относительно организацию Free Russia Foundation за свободную Россию. Вот наш здесь баннер, интернет, веб-сайт. Она создана буквально год назад. И вот по инициативе Михаила Ходорковского и Ильи Номарева мы запускаем новый проект здесь, в Северной Америке. Это создание сети дискуссионных клубов с целью выработки видения, понимания будущей постпутинской свободной России, демократической свободной России. Это наше сегодня первое, первый ивент, первое мероприятие, так что не судите нас строго. Еще хочу добавить то, что у нас на нашем сайте есть контакты, и мы очень ищем помощников, волонтеров, людей, желающих участвовать в наших проектах, в том числе и в этом проекте. Поэтому если у вас есть энергия, желание, время, на нашем сайте есть контакты, пожалуйста, обращайтесь. И надеюсь, вас увидеть также еще и вновь в дальнейшем. Хотелось представить: хочу теперь представить наших двух участников сегодняшнего мероприятия. Это Илья Пономарев и Владимир Милов. В принципе, они не нуждаются в особом каком-то представлении, но, тем не менее, соблюду как бы, официальную часть, зачитав немного их биографии. Пономарев Илья Владимирович российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной Думы Российской Федерации 5 и 6 созывов с 1996 по 2003 год работал в крупных компаниях, крупных международных компаниях, в том числе компаниях Шлюмбергер, ЮКОС, IBS. Занимался внедрением производства новых технологий. В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации 5-го созыва по спискам партии Справедливая Россия от Новосибирской области. В 2011 году переизбран в Госдуму 6 -го созыва, стал членом Комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и также возглавлял подкомитет по инновациям и венчурным инвестициям. С 2010 года активно включился в работу по созданию проекта «Сколково», советник Виктора Вексельберга по коммерциализации и международному развитию постоянный член аркомитетов российских социальных форумов, объединяющих протестные и социальные движения страны, член неправительственных общественных организаций, Совета по внешней и оборонной политике, Совета по национальной стратегии, координатор экспертной работы по законодательному обеспечению инновационной деятельностью, деятельности в Институте современного развития, в 9-12 годах первый заместитель руководителя по экспертной работе Совета по развитию информационного общества при президенте Российской Федерации. В 2011 году стал одним из лидеров движения «Белой ленты» и массовых митингов протеста, начавшихся после декабрьских выборов в Государственную Думу. В 2014 году был единственным депутатом, как вы знаете, Государственной Думы, проголосовавшим против аннексии Крыма и войны на территории Украины. В том числе и по этой причине Илья в настоящее время находится здесь. Наш второй гость, наш второй сегодняшний гость это Владимир Милов, председатель политической партии ⁇ Демократический выбор ⁇ директор Института энергетической политики. В 1997-2002 годах работал в правительственных структурах, занимаясь вопросами стратегии развития энергетического сектора Российской Федерации. В 1997-2001 годах работал в Федеральной энергетической комиссии России. В 2001 году руководил экспертной группой в Центре стратегических разработок. В 2001-2002 году совет, был советником министра энергетики Российской Федерации в мае-октябре 2002 года заместитель министра энергетики Российской Федерации. Владимир Милов курировал вопросы энергетической стратегии, вопросы реформ приватизации, автор концепции реформы Газпрома реализация которой была заблокирована президентом Владимиром Путиным. После ухода из правительства возглавил созданный им независимый аналитический экспертный центр, который называется Институт энергетической политики, в последующие годы ведущий независимый исследовательский центр в стране по проблемам энергетики. Владимир Милов также автор многочисленных аналитических материалов, концептуальных докладов и публикаций по проблемам энергетики, экономики, политики, включая очень известные доклады Путина и Тоги, написанные совместно с Борисом Немцовым. Владимир Милов известен также как публицист, автор регулярных статей в ряде ведущих российских независимых изданий. В настоящее время он также является колумнистом Forbes, Russia и Sloan.ru. С 2010 года Владимир Милов лидер общественного движения «Демократический выбор», с 2012 года председатель одноименной политической партии, которая в 2015 году в этом году вошла в состав демократической коалиции совместно с партией РПР Парнас, которая сейчас называется просто Парнас, Михаила Касьянова и партией прогресса Алексея Навального. Пожалуйста, наши сегодняшние гости. Я передаю слово Илье Мароеву. Да. Пока наши гости рассаживаются, и огромная просьба. Я так понимаю, что наши наши гости хотят услышать от вас тоже ваше мнение. Если у вас будут какие-то вопросы и комментарии, то у вас будет возможность это сделать. Но просьба подождать, когда мы принесем микрофон, потому что идет прямая трансляция сейчас через интернет, так что нужно будет говорить в микрофон. Так что подождите, когда мы вам принесем микрофон. Хорошо? Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое за такие представления. Единственное, что мы толком не представили Влада Бурлуцкого, да. который, собственно, представляет Free Russia Foundation в Нью-Йорке, это человек, который, можно сказать, открыл волну политической иммиграции вот самого последнего времени. Очень активно работал по закону Магнитского и был одним из основателей партии 5 декабря. Ну и тоже, соответственно, поэтому вот он здесь. И он, соответственно, представляет нас в Нью-Йорке, поэтому вот прошу любить и жаловать, это наше главное контактное лицо. Я начну с того, что скажу просто про цель. На самом деле мы бы хотели, чтобы это не мы больше с Володей говорили, а мы на самом деле хотели больше всего, чтобы вы говорили. И мы хотели пообщаться с вами, потому что главная задача, ради которой мы вообще, в принципе, собираемся. Это диалог, вот это первое наше мероприятие в серии вот этих дискуссионных клубов, и мы хотим, чтобы на наших вот таких вот собраниях происходил там мозговой штурм тех проблем, которые стоят перед российской оппозицией. Мы хотим, чтобы был максимально такой жесткий, прямой разговор, что у нас получается, что у нас не получается, почему происходит то или, или другое в российской политической и общественной жизни. Мы сначала для затравки обозначим какие-то позиции, сделаем утверждение, а дальше хотим, чтобы это был максимальный, соответственно, диалог. И поэтому это мы хотим, чтобы были не только вопросы, если будут какие-то вопросы, мы на них с удовольствием, безусловно, ответим, только говорите кому, соответственно, вопрос. Но больше всего интересно, чтобы были ваши, ваши мнения. И трансляция, которая сейчас идет, она, в принципе, доступна будет в интернете, абсолютно все, что происходит, но мы еще после этого смонтируем самые интересные высказывания, самые интересные мысли, которые сегодня прозвучат. Выложим это в виде такого концентрированного ролика и будем накапливать э, с каждой такой встречи. Вот самое интересное, что происходит для того, чтобы это могли смотреть наши товарищи и в России, и чтобы могли смотреть другие представители русскоязычной диаспоры в других городах Америки. В принципе, мы вот такие встречи будем проводить в 10 городах э, регулярно. <связать> ну вот, соответственно, у нас сегодня такой первый блин. Посмотрим, каким комом он будет. Ну, я, собственно, начну. Володь, вот ты только что из России. Путин когда уйдет? <смешки> <смешки> Хороший <С -сов>. <смешки> сразу, <смешки> Пономарев сразу не, не в бровь, а в глаз. А, это долгое дело. А, Россия намного более консервативное общество, чем многие другие восточноевропейские страны. Это не Украина. Я вот часто в последнее время это сравнение употребляю. Если смотреть на сравнение, это скорее Турция такая. Ты видишь, что сейчас там происходит, да, что больше 10 лет назад вот пришла к власти очень похожая такая довольно авторитарная партия, которая опиралась на консервативные слои общества, религиозные все эти дела, сельское население и так далее. И долго там вроде как казалось, что нет никакой альтернативы, но вот у них не получилось взять парламентское большинство. Это чуть-чуть больше, чем, чем у нас не получилось в 2011 году. Да? И сейчас вот у них досрочные выборы, но уже очевидно, что появляются какие-то новые игроки, которых они не хотели видеть, но им приходится считаться. Уже вся турецкая политика перестроилась из ситуации такого безраздельного доминирования в картинку более инклюзивную, конкурентную, когда приходится договариваться со всеми. Я думаю, что эволюция системы Путина, она будет идти скорее вот по этому сценарию. У нас, когда многие обсуждают эту историю, то, ну, я понимаю, многим хочется, но вот часто можно услышать такие слова, что типа, когда режим рухнет, он не рухнет в обозримое время, у него очень большой запас прочности по разным параметрам. Финансовые медийные возможности, репрессивные возможности против оппонентов. А большой фактор, который сегодня является таким вот неизвестным, таким огромным иксом, да, неопределенным, это адаптивность населения. А у нас сейчас худший кризис экономический с момента распада СССР, которому не видно конца. И вот пока это, есть разные мнения, но пока это большое неизвестное, вот наше население будет скорее адаптироваться или оно будет скорее выражать недовольство. Да? Здесь можно большая дискуссия. Поэтому, откровенно говоря, я думаю, что настраиваться на такой лад, что вот завтра все рухнет, и мы будем иметь возможность начать строить с белого листа, не будет такого. Я думаю, что говорить об этом – это себя обманывать. Я думаю, что надо к будущему политическому относиться так, что придется шаг за шагом каждую уступку от власти, каждое движение в сторону свободы выгрызать. И это будет очень трудный путь, он будет стать из множества шагов, и надо переставать надеяться на какое-то обрушение, на то, что завтра мы проснемся, не будет Путина и э, все мы будем иметь возможность начать сначала, будет намного труднее и, и намного такой более вязкий будет этот процесс. Ну, а с Ответил, май, вот, э, э, ну как сказать, политический ответ, конечно, да, то есть ты ж дату не назвал. Реалистический. Вот скажи, вот очень многие говорят, часто вот украинские товарищи о том, что вот Россия не Украина и вот все совершенно по-другому. Но ведь, например, в 1991 году получилось, и до этого, это же все-таки в России были эти великие революции, которые многократно меняли устройство власти. Значит, наверное, дело это все-таки не в генетике русского народа? Нет, дело, конечно, не в генетике, но ты про 91 год не забывай, что все-таки 73 года понадобилось, чтобы все-таки в итоге получилось. Да? То есть это был такой, мягко говоря, не быстрый процесс. И, кстати, он в конце 80-х и в начале 90-х тоже очень тяжело развивался. Он очень тяжело раз. Это сейчас, вот, знаешь, я так разговариваю, особенно с молодежью, которая это не помнит. Да? Я там, не знаю, может, я молодо выгляжу, но я настолько старый, что я еще в Советском Союзе на выборы голосовать ходил. И я это все очень хорошо помню. Мы внимательно, естественно, не только следили, а всем этом участвовали. Там каждый шажок давался буквально выгрызанием. То есть 89-й год и выборы, это, во-первых, было тяжелейшее поражение, когда Вроде как избрали каких-то оппозиционных депутатов, а они даже Ельцина в Верховный Совет не смогли провести. И покойный Юрий Афанасьев, светлая ему память, тогда сказал эту фразу про агрессивно-послушное большинство очень похоже на то, что сейчас. Да? В 1990 году: вроде как, провели много людей от Дем России в российский парламент, но вспомни, с какими боями им давалось избрать Ельцина председателем Верховного Совета. Потом назначить референдум по президентским выборам. Они пошли на такой трюк, что назначили его в один день с союзным референдумом, иначе просто не дали провести, и не было бы поста президента в РСФСР. Да? То есть вот э, вспоминая эту историю, вот э, очень многим людям такая иллюзия, вот подпитывающая сегодняшние иллюзии, что... Это все может вот быть овернайт, так раз, все, и все, свалилось, и вот мы строим заново. А это было совсем не овернайт. Это была тяжелая позиционная борьба с очень неясным результатом с множеством шагов. Но ты же вот прекрасные примеры приводишь относительно и выборов Ельцина и всей борьбы, которая была в съезде народных депутатов с демплатформой и так далее. Но ведь это же были перемены сверху. То есть если пользоваться этой аналогией, и ты говоришь, что вот мы должны про это помнить и на это ориентироваться, ну и тогда у нас что, КПРФ должна к власти прийти? Нет, я говорю о какой-то реальной, такой реалистической картинке политической, потому что вот, например, к твоей аналогии, да, вот что, чему нас учат протесты 2011-2012 годов, сравнивая их там с концом 80-х то, что, да, много людей вышло на улицу, вот как у нас многие, там, эта формула известная, выйдет миллион, и никуда не уйдет, и тогда все сменится. Но стало ясно, что если сверху нет политической инфраструктуры, внутри системы, которая может взять этот момент, поднять его наверх и там во что-то превратить, то люди расходятся и ничего в итоге, к сожалению, не происходит. Поэтому вот если мы вспомним там, я не знаю, и, и Россию конца 80-х, начала 90-х, и Украину, и Грузию, и Сербию, там всегда были все элементы этой системы, большой запрос снизу, подкрепленный и желанием голосовать против власти, и желанием выходить на улицу, но там был и political representation, то есть там обязательно были систематизированные силы, у нас движение демократической России, да, там был Ющенко в Украине и была парламентская оппозиция из разных партий в 2002-2004 годах. Да. И обязательно вот эта инфраструктура должна быть. Вот это то, что мы в нашей демократической коалиции сегодня пытаемся сделать. Мы пытаемся для людей, которые хотят перемен и готовы идти на выборы, идти на площади и их требовать, мы пытаемся для них создать структуру политического представительства. Без нее невозможно изменить. Поэтому я не говорил, что это было только все сверху. Но обязательно была э, некая структура, которая представляла запрос снизу внутри уже политической системы. Но ведь сейчас внутри политической системы, если мы посмотрим, то такого представительства практически нет. У нас был момент, когда э, на такую роль претендовала Справедливая Россия. Вот как раз когда были эти самые болотные протесты, и там приходили мои коллеги по фракции там в белых лентах э, на заседания парламента и так далее. Но ведь э, улица отторгла это, и э, никакого такого долгосрочного альянса не получилось. А вот поэтому то, что я, по крайней мере, вижу сегодня, у нас есть две задачи. Первая задача, это, безусловно, впервые, ну, наверное, реалистично говорить, впервые с 2003 года, когда, собственно, Единая Россия захватила конституционное большинство в парламенте, сформировать представительство независимых от Кремля политических сил в федеральных парламентских структурах. То есть взять эту повестку, взять это представительство, вынести его с улицы уже в коридоры власти. Пусть это будет там это каким небольшая образом? фракция. Участие в выборах Государственной Думы в сентябре 2016 года. Вот вы, вот вы, вы, вы в Костроме поучаствовали два я, я могу объяснить. Нет, в Костроме мы получили 4%. Это близко к барьеру. Мы получили по области 2,5%. Но так, слушайте, если мы... Будем ездить по дальним селам и пытаться там агитировать. Ну, конечно, нам надо делать на города акцент. Сейчас мы можем это отдельно обсудить. Так вот, первая задача, это все-таки добиться представительства независимых политических сил в федеральных органах власти, пусть и пока закрепится. Знаете, я вот это все время сравниваю, да, как вы, вы пытаетесь там кота из комнаты выставить, когда он не хочет. Да? И вот он зацепляется там сначала одним когтем, потом он просовывает лапу, потом в итоге он открывает дверь и все-таки в комнату заходит. Да? Вот э, нам надо действовать в каком-то смысле э, таким способом. Вторая цель – это безусловно лишить партию власти большинства, потому что КПРФ и справедливая Россия – это очень неоднозначные явления природы. Э, те, кто мажет их вот просто одной краской, они поступают совершенно неправильно. И мы, я могу сказать, я эту тему даже подробно мы постоянно обсуждаем там с тем же Навальным. Возьму на себя смелость э, там передать его слова. Он тоже согласен с моей точкой зрения, что вот эти все партии, когда Единая Россия там, плюс Жириновский теряют большинство, и у них появляется намного больше переговорной оппозиции внутри этой системы, то они становятся другим КПРФ и другой справедливой Россией. Так всегда было в политике. Есть масса примеров того, как это происходит. Да? И что касается КПРФ и СССР, то опять же, здесь надо понимать, что да, их верхушка очень сильно контролируется Кремлем. Но это большие партии с развитой региональной структурой. И там очень много независимых людей, и в том числе довольно достойных которых, например, мы готовы поддерживать на региональных выборах и поддерживать как кандидатов одномандатных в Госдуму. Да? Поэтому это сложная это система, состоящая из многих элементов. И вот что касается ближайших целей, то их, конечно, две. Добиться впервые за долгие годы представительства хотя бы какого-то для независимых от Кремля политических сил и лишить партию власти большинства в парламенте, возвращаясь, к примеру, как это произошло в июне на выборах в Турции. Но ты говоришь абсолютно прекрасные слова, которые я вообще готов подписаться. Я вообще сразу хочу сказать, мы вот сейчас немножко пикируемся, но мы вообще очень сильно да. дружим, да? хотя Владимир справа, я слева, то есть, но ну, тем не менее. Но вот с моей, вот опять пример этих самых региональных выборов. К сожалению, я вынужден был их наблюдать издалека. Но подготовкой выборов, например, Новосибирской области я занимался впрямую, которые прошли одновременно там, тогда же, когда были костромские выборы. И э, в Новосибирской области э, партия Яблоко предложила демократической коалиции, поскольку было, в общем, понятно изначально, что вас не зарегистрируют, э, э, было предложено попробовать но после того, как вас не зарегистрируют, прийти и пойти по списку яблок в ЗАГС собрания Новосибирской области. До последнего яблоко ждало, не подавало свои списки, соответственно, ставило себя тем самым под удар, но вы, тем не менее, отказались. Значит, дело не только в том, чтобы пройти и сформировать представительство во власти, ну, э, дело в том, что с партией «Яблоко» есть определенные проблемы. Э, вот я лично с ними сталкивался, когда мне Сергей Сергеевич Митрохин в глаза обещал, что мы тебя в прошлом году, в 2014 году выдвинем в Москве, а потом началось за моей спиной там, выдвижение всяких э, неприемлемых условий и так далее. Поэтому с партией «Яблоко» есть большая сложность. То есть они э, всегда на начальной стадии, они всегда очень душевно и, как говорят, wholeheartedly, да, они все предлагают. Вопрос, когда доходит до конкретного выдвижения, то там начинаются всякие разные штуки, это много раз было. Мы решили провести эксперимент в Новосибирске в том числе. Ну, пожалуйста, вот яблоко, да, вот оно, там, партия старейшей демократической партии с замечательной историей, с хорошими кандидатами. У них в Новосибирске были хорошие кандидаты. Нас сняли, соперников нет, госфинансирование в 275 или сколько миллионов рублей, да. Кто мешает Новосибирске, оппозиционном городе, с большими оппозиционными и именно демократическими настроениями, кто мешает пройти? Пожалуйста, ребят, вот давайте, мы даже устраняемся 3%, 3% при крайне благоприятных условиях. Мы с ними поработали в Воронеже. Мы выдвинули всех наших оппозиционеров, включая лидера демократического выбора в Воронеже, на выборы депутатов городской думы, вот эти же 13 сентября. Все пошли по списку яблока тоже там 3,5%, по-моему, процента. Да? Если вы посмотрите опросы общественного мнения, довольно длящийся в течение длительного времени, то вы увидите, что у партии Яблоко второй по размерам в стране негативный рейтинг после партии ЛДПР. Это ответ конкретно звучит как ответ на вопрос, за какую партию вы не станете голосовать ни при каких обстоятельствах. Вот Яблоко... Держит твердое второе место по итогам своей длительной истории, после Жириновского. И э, во многих городах и местах, к сожалению, занимает первое. Вот, ну, такая просто реальность. Поэтому я бы не переоценивал. А как ты считаешь, почему? Ну, потому что э, я не хочу их обижать, мы там много работали вместе и так далее. Ну, ну все знают, но есть у них определенная стилистика. Стилистика состоит в том, что мы вот сидим в углу, и вот всех критикуем, вот все все делают неправильно. Мы против националистов, мы против капиталистов, мы против там, я не знаю кого там, сталинистов, коммунистов и так далее. И это как в том анекдоте там получается, что раз вы там не участвуете, то я вас вычеркиваю, в итоге остался один. Да? Вот, и, соответственно, вот эта стилистика она культивируется с 1993 -го года э, в такой стар, стороннего критицизма да, по отношению к окружающей действительности, действительность окружающей, правда, не очень, но люди любят действия. Люди вот любят, когда ты идешь, берешь и делаешь. И вот, э, собственно говоря, в этом смысле, мне кажется, причина этого антирейта. То есть ты. Э какой-то идеологической подоплеки под этим не видишь. Ты видишь только политическую практику. Яблока. Есть какой-то момент идеологический, потому что там имеет э, место какое-то вот это вот определенное идейное пуританство. А, еще раз, на мой взгляд, вот в, в, в том консервативном обществе, в российском, в котором мы живем, не место идейному пуританству. Да? То есть, там, я, меня невозможно упрекнуть там, в симпатиях э, компартии. Моя партия антикоммунистическая. Но мы нормально смотрим на прагматичное сотрудничество с той же КПРФ в региональных выборах, потому что там, можете кидаться у меня, там, кто помидоры принес там, и так далее. Многие коммунисты в регионах делают очень много хорошего для людей. Очень много хорошего по сравнению с Единой Россией. Для либерализации местной общественно-политической жизни – для внимания к социальным проблемам, для внимания к малому бизнесу и конкуренцию против поддержки олигархических структур, вот это те вопросы, по которым, я извиняюсь, у меня с коммунистами полностью совпадают взгляды. Да? И есть нормальная общая платформа. Там начинается вот это вычеркивание. Вот с этими я не буду, с теми я не буду, но в итоге остался один, получил 3%, и это не наш путь. Товарищ. Ну а вот ты упомянул про коммунистов, да, и мы затронули тему Новосибирска. А, вот ты совершенно правильно говоришь, там очень... Оппозиционный город, вообще, с моей точки зрения, он номер один, а, с точки зрения своего политического потенциала. Вообще, я считаю, что именно Сибирь является самым а, протестным и самым оппозиционно настроенным я регионом. Я согласен с этим, да. А, но вот у нас был опыт в Новосибирске. Мы смогли единственный раз в жизни объединиться а, на выборах мэра и победили на бровях с преимуществом там, в 3,5% над «Единой Россией», что, кстати, доказывает о том, что, что только когда все объединяются, может, потому что даже если бы хотя бы один элемент не участвовал бы в этом объединении, то мы бы проиграли. Кстати, «Яблоко» и «СР» не участвовали, извини, что я тебя перебью. «Яблоко» и «СР» ну, не, э, не э, участвовали. Okay. Э, 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 «СР» участвовали по факту, потому что я участвовал, и, соответственно, этот избиратель был был на мне, а Яблоко просто самоустранилось от этого да. процесса. У них не было альтернативного главного кандидата, который бы оттягивал, оттягивал голоса. Да? Поэтому мы все равно, по факту, мы объединились и вы участвовали в этой коалиции как демократические выборы. Мы победили. И сейчас на этих региональных выборах Яблоко провалилось, демократическая коалиция не смогла принять участие а коммунисты нарастили свой результат по сравнению с предыдущими выборами. И несмотря на всю вот эту истерику, там 85% Путина, сейчас даже говорят 90% Путина, Единая Россия в Новосибирской области взяла 40%, ровно столько же, сколько и на прошлых выборах, она повторила дословно там, с точностью до десятых процентов свой результат и не смогла даже провести своего спикера законодательного собрания. Там был человек, который был поддержан Единой Россией, но Единоросса они не смогли поставить. То есть на самом деле побеждать-то можно, и можно было, но только договариваться, получается, в этой ситуации надо было не с яблоком, а с КПРФ. Но никто даже не пытался. Ты имеешь в виду выборы этого года? Да, вот эти сейчас. Там э, выборы этого года в Новосибирске, коллеги, извините, что мы углубляемся в эти региональные внутренности, но я считаю, что это очень важно, потому что сейчас вот в российских регионах, особенно действительно вот в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, там намного больше политической жизни, чем, может быть, даже в Москве. И я убежден, что она определит будущее России. В итоге регионы сыграют как никогда высокую роль. Но про новосибирские выборы в этом году там произошла вот какая штука. Что когда все на выборах мэра полтора года назад объединились, и в итоге эта коалиция выиграла и оппозиционного мэра провела, то возник классический эффект. Это абсолютно ничего нового. Мэр, который предстоит КПРФ, он начал приватизировать этот результат. Он сказал это там коалиция очень хорошо, а я вот коммунист, и мы тут коммунисты, да, и на этих выборах в ЗАГС и городской совет они сделали ставку, что вот мы КПРФ, продвигаем только себя, а все эти коалиции, идите вы там уже дальше, да. Слушайте, это ничего нового, это абсолютно известная политическая история, когда представитель коалиции выигрывает на выборах, потом начинает тянуть это одеяло на себя. Она бывает и не с плохими политиками, а часто и с хорошими. Помнишь, как Меркель после первого срока премьерского, канцлерского, она социал-демократов потом выдавила и сказала, а, это все хорошее, это я, да, а вот плохое, это все они. Это нормальная политическая история, но с этим приходится жить, будем маневрировать и в этой ситуации тоже. Ну так ваша позиция в этой ситуации, я же все это к чему говорю, ваша позиция mm -hmm. в этой ситуации какая будет? Вот э, приближаются следующие выборы, да. А, э, там тот же самый Алексей Навальный очень любит говорить про том, что там яблоко спойлеры, и эти спойлеры, и эти спойлеры, и все нехорошие люди, да. То есть мы только как раз единственные и правильные. Я как раз вижу в этом тот самый сектантство, то самое сектантство, про которое ты сейчас говоришь. Смотри, э, еще раз у нас естественные причины для того, чтобы все-таки была конкуренция на демократическом фланге, потому что у нас есть яблоко с лицензией, которое давно существует, набрало больше 3% на последних думских выборах и может выдвигать кандидатов без подписи, имеет госфинансирование. Оно никуда не уйдет. Оно никуда не уйдет. И мы были бы рады, вот Демвыбор 2-3 года пытался такую линию провести, мы были бы рады, чтобы вообще демократы в России работали на базе яблока. Но это, к сожалению, оказывается невозможно сделать, потому что это черный ящик, с которым невозможно подписать контракт, который они выполнят. Они что-то там решают двумя-тремя человеками у себя и потом это выдают наружу. А вот у нас только так или никак иначе. Да? И, к сожалению, это вынуждает нас идти самостоятельно. Причем я хочу сказать, что судя по ситуации в стране и тому, что я говорил уже, вот результаты яблока последние годы. Ноль мандатов на выборах местных в Москве в прошлом году, ноль мандатов на местных выборах в Петербурге, 3% в Новосибирске, Три крупнейших города в России, три крупнейших оппозиционных города. А как вы вдумать собираетесь проходить с этим? Поэтому знаете, да когда вы как? Вы, А мы находимся на восходящем тренде. У -у -у. Мы в Костроме, возвращаясь к теме, которую. Меня Пономарев пытался подколоть. Но а, сейчас мы ему объясним эту ситуацию. У нас было 20 дней на избирательную кампанию. При узнаваемости 20% на старте. После всех тяжб нас не так, как яблоко допустили, а нас допустили только за меньше, чем за три недели до выборов. Мы добрались до того, что мы были близки к барьеру, и мы заняли твердое шестое место после вот этой большой пятерки. Четыре парламентские партии плюс яблоко. Я не считаю коммунистов России, потому что я считаю эту дельта ошибки по КПРФ просто. Да? Вот, поэтому я считаю, что результат в он, конечно, должен был быть лучше. Конечно, там у нас есть чего сделать выводы, но видно, что мы быстро можем набирать процент близкий к барьеру, даже в отдаленных местах, и даже за короткий срок. Поэтому я вовсе не считаю, например, Костромской результат каким-то страшным приговором. Наоборот, это скорее там, стакан на, на 2,5% полный, да, если смотреть на вот эту opportunity сайт. А вы считаете, вот ты считаешь, что вообще в принципе с такой либеральной повесткой, классической либеральной повесткой, которую чаще всего транслируют демократицы, вообще можно победить на выборах в России? Ну, ее надо модифицировать серьезно, потому что у нас, к сожалению, сложился такой язык в либеральных кругах в России, который просто неприемлем для рядового человека и, наверное, правильно. Потому что людей все-таки, вот, ну, вот здесь, да, в Америке, это очень хорошо видно. Людей от политики волнует одно: что политики сделали для решения их конкретных проблем. Абстрактные идеологемы волнуют очень ограниченное количество людей, и если вы будете на них делать ставку как оппозиция либеральная в прошлые годы, вы никогда не выиграете. Поэтому надо выходить к людям и говорить о том, что их действительно волнует, при этом находить связку с нашими идеями. То есть конкуренция против монополии. В чем, в чем проблема власти Единой России на местах? Она выдавливает всех. Пожирает все, отжимает независимые бизнесы, закрывает полностью социальные лифты, там сокращает школы и больницы, потому что им это не надо, у них больше денег останется на какие-то распилы свои. Да? За конкурентную среду против монополий, за поддержку рабочих мест и малого бизнеса, за нормальную, вменяемую социальную политику и против вот этого варварского урезания социальных программ, который идет. Вот об этом надо говорить с людьми. Людям это очень интересно. Это как раз и есть альтернатива той монопольной системе, которую Путин навязал России за 15 лет, более открытая, более конкурентная система с подотчетностью власти и так далее. Да? Надо менять этот язык. Мы его стараемся модифицировать. Илья, я дико извиняюсь, если у нас там не все получается, но я хочу тебе сказать такую вещь, что вот ну я как-то давно пытаюсь вот этим всем заниматься. Вот такого еще никогда у нас не было, что у нас там за год до выборов Госдумы есть какая-то рабочая конструкция из уже действующих партий, которые поборолись на выборах и где-то даже чего-то добились в регионах далеко за пределами Москвы. Это вот та ситуация, когда за такого одного битого, а тем более трех-пятерых битых, дают очень большое количество небитых, поэтому я думаю, что перспективы у нас есть и результатом мы добьемся. Не, ну у нас с битами это действительно все в порядке. Я даже удивляюсь, как у тебя до сих пор нет уголовного дела. Просто ты, не, это... ты подожди, еще, 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 ну, по еще у всех, не вечер. У всех приличных людей уже еще давно не есть, да. 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 некоторых и не одно. А, но э, это не нам, это товарищу Бастрыкину хлопайте. Да? А, но я бы тебя хотел спросить, вот ты же э, и, собственно, последний блок, который хотел обсудить, там связанный с э, экономикой, ты правильно говоришь про повестку. Если посмотреть э, там социологию, которую ты сам прекрасно знаешь, что волнует э, граждан России больше всего, и чего они, собственно, ожидают на выборах, то это будет номер один, это будет проблема цен, а, номер два, это будет пенсии, номер три, это будет ЖКХ, номер четыре, это будет образование, номер пять, это будет здравоохранение, там, ну, четыре-пять, там, они чередуются, потом это будут дороги, а, потом будут детские сады, а, ну, то есть, в общем, короче, в первой десятке политических вещей, в общем, не будет, да? И э, там даже войны с Украиной не будет. Да? То есть, Абсолютно. Что -то. А, Абсолютно. Но вот вы-то идете, вот то, что если вот эти взять, это топ-10, да, то это э, повестка дня одной конкретной политической партии, КПРФ еще немножко справедливой России. Вот примерно вот эти вот 10, 10 приоритетов. Ваши приоритеты абсолютно не совпадают с этими 10 приоритетами. Мы как раз, опять-таки, если вот сейчас посмотрим на пример Украины, например, то сегодня как раз проходят региональные выборы, вот завтра будут подведены итоги. Я не люблю делать прогнозы, но я готов поспорить, что самый большой прирост, на этих выборах будет у Юлии Тимошенко, которая как раз взяла вот эти самые социальные требования, вместе с ними вышла к народу в условиях тяжелых экономических реформ, падения экономики. Это вызывает у людей большой, большой отклик. А второе по уровню прироста, я думаю, что будет самопомощь партия, которая как раз похожа, в принципе, на демкоалицию, но которая идет с лозунгами не политическими, а опять-таки с лозунгами экономическими. Максимум самоуправления, максимальная возможность принимать людям решения сами, максимальная предпринимательская активность, максимальная личная инициатива, как можно меньше государственных посредников и так далее. Тоже у вас это находится где-то там далеко. Вот как с этим быть, с платформой? Ну, смотри, здесь э, понятное дело, что вот эти вот такие системные социально ориентированные партии, они имеют преимущество, если говорить просто вот про bread and butter issues, там ЖКХ, там, я не знаю, пенсии и так далее. Да? Ну, это правильно говорят, что вы никогда не переиграете коммунистов на теме пенсии. Они всегда будут там требовать их повысить до да, стратосферы, а вы ничего не можете с этим сделать. Поэтому у этих системных партий есть очень-очень серьезные ограничения в силу того, что они являются частью вот этого пока провластного альянса, они не могут открыто говорить об определенных вещах, о вещах, о которых люди знают, эти вещи их волнуют, и мы стараемся эти темы поднимать, потому что никто это не сделает, кроме нас. Отдайте налоги из центра в регионы. Вот все, когда возникают там проблемы, я не знаю, закрытие больниц, закрытие там удаленных роддомов и так далее. Что коммунисты говорят? Они говорят, надо изыскать средства. А мы просто идем на шаг дальше и говорим то, что они не могут сказать. Мы говорим, центр забирает 70% налогов, отдайте обратно, давайте возвращаться к реальному федерализму. У нас в стране разгромлен федерализм, у нас регионы и особенно муниципалитеты оставлены без денег, нищими. Все централизуется в Москву, и это перераспределяет группка там, десяток людей и так далее. Коммунисты боятся об этом говорить. Но а, вот как... Они боятся поставить… и то же самое «Справедливая Россия» они боятся поставить вопрос, а помнишь, как там кого-то с какими-то плакатами арестовывали за митинг про федерализацию Сибири? Как Сибири, раз у да? нас в Новосибирске наши друзья. Так вот, мы не боимся об этих вещах говорить и так далее. Мы не боимся говорить о том, что вот этот губернатор и его семья, это воры. Конкретно они задавили весь бизнес здесь. Мы не боимся говорить о том, это, кстати, наше очевидное преимущество на теме там, по сравнению с КПРФ и Справедливой России, они делают приоритетом социалку, а мы не боимся говорить о том, что надо поддерживать малый бизнес, надо снимать для него конкурентные барьеры. Это вызывает серьезный отклик в предпринимательской среде, которая сейчас по регионам очень сильно задавлена. Да? Поэтому еще раз, вот, на мой взгляд, конечно, у нас будет большая конкуренция на этой практической повестке с системными партиями, но у нас есть свои ниши, и нет другой альтернативы, кроме как переходить от идеологем к очень конкретным вещам, которые людям понятны. Кстати говоря, вот, например, Илья Яшин, да, вот он сейчас поездил по Костроме, он очень хорошо в эту тему втянулся. Он просто реально взял там, там, разобрался в этих вопросах и со всеми этими бабушками костромскими, он очень грамотно про эти вещи говорил. Это очень хорошая эволюция в российской политике, потому что она там поворачивается лицом к demand side, да, к стороне спроса, и это так и должно быть, и только так можно выиграть в итоге. Но ты когда говоришь слово «возвращайся», вот в твоих устах, в устах многих однопартийцев, это звучит так, что люди пугаются, что это возвращаться в 90-е годы. Вот смотри, в Сибири, которую мы говорили, что является там самой протестной историей, я даже там, мы по возрасту, по-моему, примерно ровесники, но я помню еще начало 90-х годов в Сибири, Сибирь всегда была самым антикоммунистическим регионом, который, в принципе, возможен, потому что э, это зеки, это лагеря, это люди, которые уезжали за длинным рублем, то есть такая предпринимательская э, среда, там э, всевозможные стройки, большие проекты. И всегда уровень поддержки центральной власти был низок. А уж наш там, например, Новосибирский Академгородок это был просто самая столица фронта, вообще которую только можно было себе представить: Галич, Высоцкий значит, все. Сейчас это главные форпосты голосования за коммунистов. В академгородке этом самом компартия побеждает Единую Россию всегда. У нас коммунисты единолично забирают 50% голосов в Академгородке. Это самый большой процент голосования во всей стране. Когда были последние выборы, там, сравнительно альтернативные президенты в 2004 году, единственный регион, в котором Владимир Путин проиграл, единственный во всей стране, была Новосибирская область. Победил, соответственно, кандидат от коммунистов Харитонов. За него проголосовали больше, чем за э, э, Владимира Путина. Э, может быть, э, надо идти тем же путем? Смотри, э, и, может, мы как-то закругляться будем, а то да, ты хотел угу. интерактива. Да? Смотри, э, я убежден, и я даже, честно говоря, это, не хочу об этом особенно вслух говорить. Я очень знаю многих людей, убежденных демократов и антикоммунистов, которые голосуют все время за КПРФ. Я просто лично их знаю. Да? А у КПРФ сложилась за все эти там, 10 с лишним лет репутация твердой главной оппозиционной партии. Пусть она не сильно оппозиционная, не такая оппозиционная, как людям хотелось бы. Но если вот вы хотите прийти и точно нагадить Единой России на выборах, вот это вот лучший второй выбор, да? вот, вот то, что есть, да. Еще раз, я все время повторяю, вы извините меня, но российская политика – это не элитный гурме-магазин, это советская столовая, к сожалению, вот она так устроена, да? Там вот тот компот, вот он один, какой есть. И больше, к сожалению, там а, напитков не предлагают. Да? Поэтому, а, соответственно, с КПРФ, вот я вам приведу два примера только на цифрах. Когда Немцов Борис баллотировался в мэры Сочи, там против него шел глава местного горкома КПРФ, который баллотировался на всех, там в течение двух лет было три, три разных выбора. Выборы мэра предыдущего, эти были досрочные потом, да, и выборы Госдумы и президента. И там КПРФ всегда набирал одинаковый результат, 11-12%. Как только появился Немцов, у него сразу стало 6%. Это говорит о том, это говорит о том, что половина электората коммунистов в Сочи голосовала за них просто потому, что они не хотели за единую, а вот это был единственный выбор. Да? Иркутск. Там был более интерес, Там сейчас они впервые за 10 лет проиграли вообще губернаторские выборы в стране, власть. Да? Но там были интересные выборы мэра 5 лет назад, в 2010 году. Так вот, кандидат от КПРФ всю дорогу до самого конца шел с результатом 10%. 10% и он шел третьим. Но сняли второго главного оппозиционера, который должен был выиграть. Его просто сняли прямо перед выборами. И он сказал, вот голосуйте за этого коммуниста. У него за две недели стал результат 61. И он выиграл. да? Хотя Иркутск, кто, Иркутск еще больше не коммунистический регион, чем Новосибирск. Готов вот, даже памятник Колчаку Поэтому Там вот. есть огромный внутренний пласт людей, которые голосуют за КПРФ. Просто потому что нет других реалистичных опций. Это одна из наших задач. Их забрать. Я думаю, что мы с ней исправимся частично, по крайней мере. Отлично. Ну, значит, мы постарались вкратце а, да, рассказать перипетии российской политики. Сори, что а, у утомили. Давайте мы теперь перейдем к диалогу. Вот. А, да, только, только в микрофон, да? Да, мы подойдем к вам. Я хочу поблагодарить за организацию этой встречи. В Соединенных Штатах Америки проживает 4 миллиона, около 4 миллионов русскоязычных граждан. Мы проголосовали ногами, мы покинули Россию, но это не значит, что мы не чувствуем свою ответственность за то, что происходит сегодня там. Сегодня налицо кризис власти, и наша земля, к сожалению, маленький дом, и все, что происходит в мире, может отразиться и на нас. Мы обеспокоены, тем, что происходит в России. На мой взгляд, Россия сегодня выглядит, как видите, на распутье. У нее есть три пути. Эволюционный путь развития, революционный путь и путь в никуда, который может привести к тому, что Россия, большая страна, распадется на маленькие регионы, на маленькие княжества. У меня есть опыт политической работы, борьбы в России. В 2000 году, когда нас обучали политтехнологи, американские политтехнологи, как вести компании, политические компании в России, я категорически заявляла, что на это потребуются годы, десятилетия. Наш народ не способен прийти и осознанно, ответственно сделать свой выбор. И я ошибалась. Потому что в течение четырех последующих лет, даже трех лет, с 2000 года, с 2001 года по 2004 год, я руководила 15 избирательными кампаниями, и я увидела, как успешно и быстро идут эти процессы в России. Я хочу высказаться в защиту русского, российского народа. Это возможно при правильной организации этой работы, при том, чтобы здоровые клетки в больном организме все-таки побороли эту болезнь. Я желаю вам, ребята, успеха. Вы можете рассчитывать на нашу помощь, потому что мы также обеспокоены тем, что происходит в России. А можно вам-то встречный вопрос? Вот вы сказали, что были такие успехи, а почему-то уехали? Я проголосовала ногами, потому что э, меня вынудили уехать. Меня попросили, меня официально попросили покинуть Россию, потому что я не хотела обслуживать интересы действующей власти. Я отказалась работать на единую Россию и на, правящую, э, на правящие круги, потому что я отвечаю перед Богом, перед совестью, перед будущим. Я не могу себе позволить жить сиюминутными какими-то интересами. Uh, и я чувствую ответственность. Так и тогда, проголосовав таким образом ногами и сюда переехав, вы с политтехнологическим опытом, что бы вы посоветовали, что надо делать? Работать. Работать. А можно я два слова прокомментирую? Вот, коллеги, два, два момента очень важных. Во-первых, про русский народ. Нормальный у нас абсолютно народ. Нормальный. Он, хотите, если прямо, да, у него есть огромный запрос на демократию. Потому что все эти путинские годы, например, вот когда там была поддержка Путина зашкаливающей и так далее, например, такие вещи, как отмена выборов губернаторов и мэров, никогда не поддерживались. Две трети людей всегда вот скажут, что они не согласны с Путиным, а они хотят вернуть. Вот, кстати, один из вопросов нашей повестки, да, которую мы активно там продвигаем. Да. Я сейчас был, я только что вот на этой неделе был в Мадриде на конгрессе Европейской народной партии, это вот крупнейшая правоцентрическая партия в Европе, там, <coughs> Меркель э, и так далее, да, я видел там вот этих всех представителей из, из там, Македонии, Албании там Боснии и Герцеговины, которые выступали и рассказывали, что у них там происходит. Слушайте, на этом фоне, они это кандидаты в члены ЕС, между прочим, на минуточку, да. На этом фоне у нас намного больше драйва и запроса на реальные изменения и какую-то цивилизованную политику, чем вот то, что я там вижу в этой юго-восточной Европе. Да? Поэтому кто вот вам говорит, что надо списать русский народ, и он там ватники беспросветные и так далее, это все неправда. Это намного более сложная ситуация, и, конечно, у нас есть с чем работать. И по поводу уехавших. Друзья, вот у нас есть огромная проблема. Если вы посмотрите на трансформацию и модернизацию бывших коммунистических стран, там, я не знаю, Прибалтику, Польшу, Украину, Грузию, Армению, посмотрите, как им сильно помогали диаспоры. Везде и в модернизации экономики, и в становлении демократической политической системы. Мы этого не чувствуем в России вообще. Поэтому у меня, конечно, только я могу, я могу, один, я могу один, одну вещь сказать. Помогайте нам, чем мы готовы это объяснить. Но то, что мы вас не видим, не чувствуем и видим только советы иногда, выйдите на площадь и свергните Путина, спасибо большое. Очень интересная мысль. Да? Из-за из океана, да. Коллеги, мы вам готовы, мы вам подробно объясним, как нам помочь. Больше того, я готов лично поговорить с каждым, я не шучу. Кто готов помогать хотя бы чем-то. да? Но, пожалуйста, я сейчас не в практическом смысле, я в философском. Возвращайтесь не физически в Россию, а ментально. Будьте с нами. Подумайте, чем вы хотя бы отсюда можете нам помочь. Спасибо. Можно? Пожалуйста. пожалуйста. Уважаемые господа, продолжение той темы, которую сейчас говорил Илья Пономарев, значит, я хочу вам сказать, что не надейтесь, что у вас будет все сто процентов здесь ваших друзей. У нас есть тут большая такая численная народонаселение, которая получает все благи от Соединенных Штатов Америки, но при этом ее не любит, любит Россию, но уезжать отсюда она не хочет. И это, знаете, такой маленький урал вагон завод здесь. Так они кричат, это наш дом Америка, но Америка не их дом, они сами не знают, что они хотят, хотят только денег. Поэтому то, что 100% и будут приходить к вам. Кстати, я хочу вас сразу предупредить, вся их дискуссия строится на откровенном мате, оскорблениях и больше ни на чем, к этому приготовьтесь. Мы тоже умеем. Слава Богу. Значит, вы родились, С в, России. это не пройдет, вы родились в России. Что от нас зависит, кто живет здесь и кто имеет российское гражданство, это голосовать. И помощь в требовании к своим избранникам, сенаторам, конгрессменам на низших уровнях о том, чтобы сегодня выделили деньги на пропаганду из Соединенных Штатов Америки в Россию, поскольку в России сегодня, мы так понимаем, свободных каналов нету. Было когда-то на Россию работал «Голос Америки», убрали, так? Значит, нужны каналы, как «Раша туда идет сюда», так и отсюда должны идти каналы, которые будут помогать российской оппозиции, в ее стремлении к низвержению Путина и того строя, который есть. Но два канала, которые у вас там есть, более не менее приличных, дочь и РБК, это очень мало для того, чтобы завоевать в России Госдуму и другие органы власти. Поэтому чем можем вам помочь, это только тем, что мы будем давить на наших избранников, чтобы они помогали оппозиции как и морально, так и материально. Спасибо. Надеюсь, что вы это тоже примете к сведению. Пока несут микрофон, я хочу сказать, что «Голос Америки» есть и вещает. Проблема в том, что мало произвести контент, важно его еще каким-то образом до людей донести. Тот же самый телеканал «Дождь» для него это основная проблема. И Кремль это прекрасно понимает, никто не закрывает «Дождь» как студию, да, в которой производятся программы, обрубают возможность доносить этот сигнал до людей. И поскольку это физические, там, извините, веревки, да, то есть по которым идет сигнал, или это спутник, для, надо, для чего надо покупать антенну и так далее, да, из-за этого доносить сигнал становится очень сложно. Поэтому дело не только в том, чтобы делать какую-то там видео или аудио или какую угодно другую продукцию. А дело в том, чтобы как-то ее распространять, а здесь нужны решения уже скорее технологические асимметричные, да? Можно, а, да? Вот. Когда была студенческая революция, так называемая 68 года, тогда возник принципиально новый феномен FM радиостанций. Они развились именно во время студенческих протестов. Потом это превратилось в огромную индустрию. Но изначально это появилось ровно на политической вот этой самой волне. И, скорее всего, нас еще ждет появление аналогичных вещей технологических сейчас: использую интернет или не использую интернет. Можно, а, да? У, а, у меня вопрос к Владимиру. Владимир, меня по Костроме такая, да. вопрос такой интересует: а почему у вас выдвигался москвич? а не местные? Вы не работали с местными э, какими-то оппозиционерами? И есть, вы, наверное, прекрасно знаете, что как в регионах не любят москвичей. Я прекрасно отношусь к Люяшину, но если мы говорим про выборы в регионах, надо исходить из людей, которые живут в этих регионах. Ну, смотрите, во-первых, я ровно из-за этого был изначально немножко скептически настроен к вот идее Навального везде проводить праймерис и в том, что я боялся, что будут вот известных московских деятелей выдвигать, да, а не местных регионалов. У нас в партии всегда принцип был в демократическом выборе баллотируешься там, где живешь. Да. Вот. Поэтому нам довольно пришлось там поторговаться с ними и поспорить в рамках коалиции, как чего делать. И, конечно, этот риск был, и, конечно, этот фактор есть. Но я хочу вам по Костроме сказать следующее. Там был очень сильный местный кандидат, бывший вице-губернатор Андрейченко, который шел вторым номером, который прославился там, как главный критик очень непопулярного губернатора Слюняева. Да? То есть местный кандидат был вот мы его предъявляли, мы их всегда предъявляли в связке. Да? Второе, что вот как раз Яшин, я всегда критиковал, когда москали суются в регионы. Я всегда против этого. Но вот как раз Яшин, как раз в Костроме, был, на мой взгляд, удачным решением. Почему? Потому что если вы приедете в Кострому, Кострома это тупик. Это тупик, это за Ярославлем, и дальше там тайга. Да? Это регион, откуда все уезжают. Оттуда массовая исходящая миграция. Там бенчмарк не то, что Москва, да? а там они все говорят, а вот в Ярославле как хорошо, а у нас здесь отстой. Да? Поэтому приехавший человек в порядке внешнего управления, который говорит, а я вот готов из Москвы приехать, чтобы вам здесь сделать лучше, именно в Костроме, на мой взгляд, не являлся минусом, и я как раз считаю, что именно Яшин ему принадлежит заслуга в том, что этот результат был не 0,5%, а все-таки 2,5% по области и 4% в городе. Я считаю, что это его заслуга, потому что он, не поленившись абсолютно, взял и обошел там ногами все, проводил десятки встреч всем людям, все эти записи есть в интернете. Да? всем людям конкретно раска... Он не обещал какие-то московские там идеологические замки на песке. Он говорил с ними про конкретные вещи, и с этой задачей очень хорошо справился. Поэтому я считаю, что там главный вклад в то, что мы не дотянули до барьера, это просто банальный дефицит времени и отсутствие узнаваемости на старте. Не думаю, что Яшин был плохим решением в Костроме. Я, если можно, я здесь да. поддержу да. Володю примером. Я тоже не родился в Новосибирске. Я туда переехал. Я родился в Москве. И тебя там ругают за это многие. До сих пор, конечно, припоминаю, то, что Новосибирск, наверное, на данный момент в России столица такой земляческой ксенофобии. Да, да. То есть вот за то, что ты Москвич, там могут и в глаз дать. Вот они ему, извини, они ему в виде компромата листовки распространяли, где было просто его биография и подчеркнуто красным да. ⁇ родился, родился в Москве ⁇.⁇ Родился в Москве, да. У нас в Новосибирске к питерцам, например, относятся прекрасно, потому что была эвакуация во время блокады и так далее, и Новосибирск один из там немногих регионов, где не бордюра по ребрик, не не а булка там и так далее. А вот москвичей вот просто в глаз готовы дать, да. И вот я с этим багажом приехал, и но ну, я переехал. И это всячески людям показывал, и в итоге э, у меня была стратегия работы ровно такая же все время личные встречи, э, все время колесить по области, все время с людьми общаться. И в итоге у меня в Новосибирске в два раза больше уровень поддержки на селе, чем в городе. Потому что я постоянно туда езжу. И, и вот справедливая Россия, как партия получала, единственный регион во всей, э, во всей стране. Поэтому этот способ возможен. И как раз вот этот вот тезис о том, что все уезжают отсюда, а мы приезжаем сюда, он возможен. Другое дело, что людей в это надо убедить, и надо владеть местной проблематикой, и то, с чем приходить к людям разговаривать, вот приходить с негативной повесткой, это вообще не работает. Вот я это убеждался много раз. Это, ну ура тебе там. Все собравшиеся на встречу с избирателями говорят: да, наконец правильно правду матку сказала, проголосуют они потом за единую Россию, которая говорила что-то конкретное вот про то, как дорогу тут отсыпать или как клуб починить и так далее. Вот. Это важно. Ну, в Костроме надо учесть, что там все-таки градообразующие предприятия, и которые принадлежат все-таки Единой России, учредители этих компаний. Ну, в партии они поэтому там тоже в этом сложность. И... Это не совсем так. Это не совсем так, потому ну, что например, комбинат, например, там, там очень много, поскольку там Костромская ГРЭС, там очень много было завязано на вот этой СПС энергетической части. Она, кстати, довольно либеральная. На самом mm -hmm. деле, да? хотя формально там в Единой России. И там можно работать. Я думаю, что мы на Госдуме результат по костроме дотянем до нужного. Но вы все равно будете с региональными работать, искать местных лидеров и их продвигать, или только с москвичей а, привозить. Будем, будем, обязательно будем искать региональных лидеров. У нас для этого мы сейчас запустим, я надеюсь, что мы буквально в ближайшие 2-3 недели запустим процедуру праймерис, которая несколько месяцев займет. И Опять? в том числе будет... Да, в том числе... И я, кстати, и я, кстати, буду участвовать, поэтому если кто с российским паспортом и хочет за меня проголосовать на праймерис, это можно будет сделать. Вот. Но я буду на общефедеральный список баллотироваться, а в регионах будут свои праймерис по территориальным корзинам. Конечно, я хотел бы там видеть местных кандидатов. Так, давайте дальше Илья, вот, вот, еще будет. вам один вопрос, я ухожу. Yeah. Вы все-таки у нас депутат Государственной Думы, вы представляете интересы всех yeah. россиян, да, которые находятся из-за границы. Меня интересует, есть ли у вас какие-то проекты или мысли по помощи соотечественникам, вашей помощи, тем, кто эмигрировал ну, в Америку, в Англию и в другие страны? Спасибо. Я действительно, мне, мне даже в моей партии все время надо мной издевались, говорят, то есть ты депутат от Бостона, <свят> вот. но я все-таки депутат от Новосибирска, и, конечно, прежде всего, все мои инициативы и действия, они направлены на моих избирателей, которые за меня голосовали в Новосибирске. Но вот Free Russia Foundation сделано при моей активной поддержке, я этот фонд поддерживаю, он направлен прежде всего на работу в Штатах с российской диаспорой. И э, мы идем несколькими разными путями. Во-первых, Free Russia Foundation, если кому-то в этом смысле это нужно, это прекрасный интерфейс для э, работы с американскими же органами власти. Мы стараемся, что вот любые там представители оппозиции приезжают из России, чтобы они знали, куда прийти, кого, мы можем со всеми познакомить, что-то рассказать, показать и так далее. Когда мы общаемся с конгрессменами, с сенаторами, они спрашивают и про диаспору, и про то, что происходит в России, мы опять-таки рассказываем и стремимся их выводить на тех людях, которые являются ключевыми с точки зрения принятия тех или иных решений. На самом деле, я просто не хочу долго на эту тему говорить, но, наверное, впервые за ну, едва ли, наверное, не всю вообще историю, да, российская диаспора, русскоязычная диаспора может реально повлиять, с моей точки зрения, на выборы следующего президента Соединенных Штатов. По одной очень простой причине, что поскольку система же выборщиков, Флорида будет Battleground State, в результате решений, которые сейчас были по Кубе, уровень колебаний он будет совсем ровным. И часть людей, которые голосовали за демократов, они за демократов голосовать не будут. Мы уже знаем, как Флорида сыграла при выборах Буша. В свое время вот при Обаме лидерство демократов там было гораздо более явное, но оно было вот последние выборы 75 тысяч человек на весь штат было превосходство демократов. Совершенно точно это преимущество за счет Кубы сводится сейчас к нулю. Русскоязычных в, только в Майами живет в районе 900 тысяч человек. Понятно, что большая часть из них не имеет американских паспортов, но несколько сот тысяч имеют избирательные права. Мы смотрели данные официальные по переписи. То есть там даже если мобилизация 50 тысяч русских на этих выборах, она может сыграть принципиальную роль с точки зрения выбора президента Соединенных Штатов следующей. Да. Да. Прошу прощения, немножко про другое. Во-первых, хочу ответить на вот эту вот фразу про то, что не чувствуете поддержки диаспоры и так далее. Последние лет... Десять, наверное. Лично я сталкиваюсь с ровно противоположным. Каждый раз, когда мы пытаемся как-то сунуться, я получаю от своих близких друзей, от своей родной матери, куда вы лезете, вы уехали, и слава богу, что вы вмешиваетесь. Это то, что я получаю. Я приезжаю в Питер. Первое, что я делаю, я нащупываю зеркала, как можно войти на грани или там на ешь. И я рассылаю линки своим друзьям. Потом я встречаю этих друзей на улице, говорю, ты заходил по моим линкам? Они говорят, нет, я боюсь, вдруг мой компьютер засекут, что я ходил э, на запрещенный сайт. Я говорю, так это же вообще антиконституционно запрещать сайт. Ты ничего не понимаешь, мы здесь живем. Вот это просто это реалии. Вот. А теперь насчет того, как вы тут сидите, академически подсчитываете проценты. Я просто... Помню, как мы это делали вот тогда в те самые 90-е. Мы прекрасно понимали, что важно не кто как проголосовал, а важно как подсчитали. Мы overnight на каждом участке. Мы сидели, я оставляла дома грудного ребенка с трехлетним ребенком, и мы сидели и смотрели, как подсчитано. И просто вот вам дарю историю реальную, как последние выборы мы не поехали в консулат, мы голосовали здесь на Брайтоне. Мы стояли в очереди больше двух часов, чтобы проголосовать против Путина. Пообщались там со всеми друзьями, там все смеялись. Это что, это еще на выборы или уже на митинг? Да, мы пришли всей семьей. И, значит, Младший сын замерз, первый раз он голосовал от ИМИ, как, по российскому паспорту, забежал в соседний магазин за чашкой, ча за чашкой кофе, возвращается вот с такими глазами и говорит, мы тут нам еще час стоять, а там Путин уже слезу пустил, что он уже победил. Мы что, не считаемся, на что мой старший сын ему отвечает Успокойся, которые там тоже не считаются. Так вот просто, чтобы вы понимали, что когда вы рассуждаете про свои 3% или 4%, как нам отсюда кажется, что это не более чем легитимизация их процентов. Посчитать надо, ребята. Не хлопайте. Не хлопайте. Можно я два слова скажу? Да? Смотрите, во-первых, что касается, как помочь. Вот, пожалуйста, не судите по своим родственникам и знакомым. Это вот проблема, которая страшно всех деморализует. Гоните это от себя, да? Поговорили, поговорили с родственниками и знакомыми, все за Крым, все за Путина, все вроде как стена никуда. Мы знаем сотни тысяч людей интегрально в России, которые очень хотят перемен, и этот круг все время расширяется. Они есть, они есть, да? И я вас уверяю, вы это увидите в обозримом будущем. Слушайте, коллеги, вы знаете, вот у меня просто простая просьба. Мы работаем там, на земле. Нам очень тяжело там. Нас там даже убивают. Пожалуйста, не подкалывайте нас. У меня огромная просто просьба к вам, да? Потому что реально, вот вы рассказываете, а, там все неправильно посчитали. Это мы все, на наши плечи это все сваливается. Это мы тратим свое время, свою энергию, свои деньги в огромном количестве. Меня вот два раза лично снимали с выборов в моем районе, где я живу. Я возглавляю партию, которую кучу раз снимали и фальсифицировали, и я тем не менее нахожу возможным продолжать эту работу, потому что я вижу реальных избирателей в огромном количестве, которые хотят меня и мою партию там видеть. Да? Вот поэтому поймите простую одну вещь, да, что вот это. Тяжел... Как Боря Немцов всегда это называл, что это марафон, да? это не спринтерская история. Да? Понимаете, вот мы знаем это лучше вас. Намного. Мы это на своей шкуре чувствуем. Как нас бьют, как нас никуда не пускают, как нас фальсифицируют. Ну что вы нам про это рассказываете? Мы можем вам в 100 тысяч раз больше про это рассказать. Но мы, тем не менее, как на боксерском ринге, пока судья считает, мы встаем и продолжаем дальше хотя преимущества очевидны у соперника. Да? Это не академический разговор про проценты. Это не академический разговор про проценты. Это разговор о том, чтобы все-таки трещину и брешь в этой стене пробить. Мы это сможем сделать. Да? Теперь вопрос, вопрос о том, чем вы можете помочь. Коллеги, вот еще раз. Я представляю людей, которые занимаются ежедневно этой работой в поле, в России, на земле. Да? Вот есть Free Russia Foundation, есть Илья и замечательные люди, которые работают. Она специально создана, этот фонд. Я очень благодарен, что меня пригласили и дали возможность и здесь, и в других местах тоже выступить. Да. Я надеюсь, что это станет вот таким коннекшеном. Да. Обращайтесь к ним. Они здесь постоянно, у них связь с нами, они знают, что нужно делать. Если вы хотите помочь, не разговаривайте со своими ватными знакомыми. Да. Вот разговаривайте с Free Russia Foundation, которая имеет связь с теми в России, кто реально э, работает с избирателем, который хочет перемен. Вот вам схема, как э, можно всему этому помогать. Ну, я х... надеюсь, что этот разговор продолжится. I'm sorry, вот э, насчет схемы. насчет схемы. Вот мы здесь сидим, мы боимся 10 долларов перевести, потому что э, это приведет к тому, что кого-то там объявят э, иностранным агентом. То есть у меня, например, мой э, путь, это я туда привожу деньги физически и оттуда что-то перевожу. Вот как это обойти? Uh, уважаемые коллеги, вот я прошу вас с пониманием отнестись к тому, что нас uh, очень внимательно смотрят uh, дорогие товарищи из Федеральной службы безопасности. Привет им большой. Uh, давайте не будем сейчас uh, помогать им как бы понять вот все, что вот там вы хотите нам на эту тему сказать и, и коллеги обсудить. Да? Это вопрос, uh, там, как, как и чем вы можете помочь, это вопрос, который можно обсудить потом отдельно. Да, и здесь я... Если можно два, два слова я скажу еще, значит, во-первых, механизм, товарищи, да, значит, механизм, он у FreeRage Foundation есть, потому что FreeRage Foundation это чисто американская структура, это структура зарегистрированная по 5113 с налоговыми освобождениями, она как раз сделана для того, что она может собирать деньги, и у нас есть способы потом это передавать в Россию. Вот про способы мы говорить не будем, но просто поверьте, что они у нас есть. Да? А механизм сбора здесь, он, соответственно, никак, ни для каких ни чекистов, ни так далее, он непрозрачен, он собирается в Америке на американские счета, по американскому законодательству, по американским правилам. И вторая вещь относительно фальсификации. Во-первых, вот эта вся удручающая социология про 85 и 15 процентов, она удручает, очень удручает. Я главное могу сказать, что я в нее верю. Но 15 процентов жителей России это на секундочку 20 миллионов человек. Это не даже не 100 тысяч, это 20 миллионов, которые сам Путин признает, что они есть и что они не согласны с тем, куда идет страна. Это много это вполне достаточно для того, чтобы работать. Когда была Первая мировая война, после которой, как мы знаем, произошла сначала февральская, потом и октябрьская революция, у царя был рейтинг гораздо выше. И ничего, и все равно то есть эти перемены произошли. Только это для нас вопрос, мы все-таки февраль сделаем или октябрь. А это вот уже как бы то, на что мы можем и должны, должны повлиять. А с точки зрения выборов, выборы далеко не единственное, безусловно, чем надо заниматься. Но выборы в России построены. Вот если мы говорим про президентские выборы, здесь важны проценты. Если мы говорим про выборы парламентские, здесь важны голоса. То есть чем больше партия получила голосов, тем больше она в итоге получит мест в Государственной Думе. Голоса, они не воруются, они вкидывают дополнительные голоса, в избирательные урны, это да. Но очень в малом количестве регионов голоса отнимаются, которые были отданы на выборах. Поэтому любой голос, который мы приведем, это хорошо, и это нужно, и это правильно, и это поможет. Вопрос можно? Компания «Наш дом». Америка, вы... «Наш дом Америка», да. Мы в 2000-е годы выпускали более 10 газет под собственным названием «Наш дом» от Миннесоты, «Наш дом Миннесоты», «Наш дом Чикаго» и так далее. Значит, у меня вопросы возникли в связи с вашей идеологией, которая указана на сайте Википедия по поводу партии, я сейчас говорю. Значит, мне кажется, просто для избирателей эти вопросы несколько ну, не открыты, и вы теряете часть электората, потому что когда вы выступаете с какими-то призывами, то вы должны, как бы человек должен самый тупой, в самой отсталой деревне понимать, о чем речь идет. Я просто быстро прочитаю очень вот вашу идеологию. Снижение налогов и свобода предпринимательства. Наверное, все-таки идет разговор о дифференциации налогов. Нельзя снижать налоги на «Газпром» одинаково с налогами на того, кто шьет сегодня ботинки. Наверное, ограничение иммиграции. Я не понимаю вот просто, что такое ограничение иммиграции. Это эмиграции, иммиграции или миграции? Окей, okay, я задам сейчас все вопросы быстро очень. Значит, не Время быстро. Хорошо, независимые судьи. Мы здесь выбираем судей. Вот я вчера выбирал. Э, хорошо, вы не хотите? Вы получили Нет, вопросы. А можно, извините, извините, ради бога, я, да. я просто я, я знаю, че, вот я уже вижу текст, да. Я знаю, в чем проблема. Вы просто прочитали Википедию, э, но этого недостаточно. Потому что, например, у моей партии вот вы сказали: а что такое э, снижение налогов? У нас зайдите на сайт dinwyber.ru, там прямо сверху в меню раздел Программа. Там по каждому этому блоку есть очень подробная бумажка которая для людей, которые более глубоко интересуются, все разъясняет. Если вы хотите сказать, что у нас за лозунгами ничего нет, это не так, у нас много чего есть. Просто надо читать не только Википедию, но я буду рад подробнее об этом рассказать. Ну, э, и я просто мы, хочу еще сказать: с точки с зрения технологии. Мы у нас, как здесь есть разница, что, что называется, с программной точки зрения, но все-таки э, то, с чем люди идут на выборы, это предвыборная программа. И программа демократической коалиции или программа любой политической партии, она отличается. И предвыборная программа, это не всегда совпадает с программой партии. Не знаю, там, даже коммунисты, они могут говорить, что их программная цель – это построение коммунизма, а на выборы они не идут с программой построения да. коммунизма. Они идут с конкретного, тут вот трубу надо положить то есть я, в кстати, городе вот, Новосибирске. Знаете, вот да? Я вам проясню такую вещь, довольно забавную. Я живу в районе Ясенева в Москве, где у меня такая достаточно большая поддержка, почему меня на выборы и не пускают. Да? Ясенева это район, где расположена штаб-квартира службы внешней разведки. И у них там очень много квартир и домов, где живут их сотрудники, и в том числе их ветераны, бывшие сотрудники, которым раньше там квартиру давали, вышли на пенсию. Так вот, там есть такая группа ветеранов СВР, которые очень активно поддерживают меня. При том, что они прекрасно в курсе наших разногласий по многим вопросам, по внешней политике. Они ненавидят Америку, они считают, что надо присоединить не только Украину, а кучу еще всего. Но поддерживают они при этом меня, потому что у нас в районе, а это третий по величине район в Москве, у нас нет больше такого человека, который активно борется там, с попыткой вырубить леса, там, провести какую-то незаконную застройку там, и так далее. Да? Вот поэтому, что касается разговора с избирателем о программах и так далее, мы знаем, как с ними разговаривать. Это как раз тот вопрос, который вот, ну, конечно, там бывают ошибки, конечно, много чего надо обсуждать. Это не та вещь, где вот реально нам э, здесь там, надо на что-то указывать. А у нас этот процесс такой достаточно живой, он идет и он получается. И вот когда у меня были последние выборы, которые были для меня в России. Это были выборы как раз мэра Новосибирска, вот в рамках этой самой коалиции, про которую мы уже сегодня говорили. Выборы были как раз во время вот этого пресловутого голосования по Крыму. Да. Оно было что-то 20 марта, по-моему. И, а выборы сами были в районе 15 апреля, 10 апреля, 15 апреля, что-то такого порядка. То есть у нас, в общем, вот это последний месяц был самый, самый, что ни на есть, горячий. И вот мы встречаемся с избирателями, да? ну, естественно, на меня сразу обрушилось все там центральное телевидение о том, что предатель, пятая колонна, Путин же все эти там, значит, немецкие национал-социалистические лозунги то есть все, все, выдвинул тут же, да, это, и это потом телевидение повторяло. Ну и вот встречаемся, вот такая же вот аудитория, то есть и там люди говорят, ну ты что так проголосовал-то? Я говорю, ну, то есть, вот я против войны, там, одно, другое, там, значит, там, ну, какое-то время, значит, идет дискуссия, там, ну, потом кто-нибудь обычно встает в аудитории, какой-нибудь дед такой, там, лет 90, и говорит, ну, ладно, то есть, наш человек один против всей этой кодлы пошел, а теперь давай поговорим про ЖКХ. И дальше вся аудитория говорит про ЖКХ, да. про пенсии, там, и так далее, и все абсолютно довольны, потому что… Высокая политика высокой политикой, а реальные вопросы реальными вопросами. Проблема, что ты выборы проигрываешь, когда нет возможности проговорить про реальные вопросы, а ты только говоришь там про коррупцию или про свободные выборы, вот тогда выборы проигрываются. Есть проблема, там... а, Добрый день. Я бы хотел обратиться к аудитории. Как я понимаю, здесь все единомышленники, и в, в каком-то смысле я тоже. Но вы готовы, цивилизованные люди, вы готовы выслушать другое мнение, не шикать при этом? Можно, да? Спасибо. Кстати, о политкорректности. Это замечательное достижение человеческого гуманизма вообще. Но как мы прекрасно знаем на примере нашей же страны, а наша страна Америка, политкорректность не всегда бывает самым оптимальным вариантом решения какой-то проблемы. Я не помню, кто сказал, по-моему, это Венечка был, Ерофеев, что Сталин только пририсовал себе усы. Он был русским человеком. Он отвечал чаянием русского человека. Как ни странно, это же признал, и он был глубоко в этом убежден, господин Адольф Гитлер. Он сказал что Сталин самым лучшим образом выражает чаяние русского народа, он соответствует русскому народу. Они настолько уважали друг друга, что не могло быть и речи о покушении друг на друга со стороны там спецслужб. Мы, кто с большим интересом, кто с меньшим интересом, господа, я вас попросил с самого начала, вы цивилизованные люди? Регламента нету, во-первых. Во-вторых, это то, с чего я начал. Я предусматривал выступление таких людей, как вы. Я все равно договорю, вам это не поможет. Значит, мы сейчас говорим вот о чем. Давайте уважать друг друга. тоже. давайте договорим. Люди как пришли, так и уйдут. Господа, речь идет о роли, о функции, о миссии русского народа. Дело не в том, какие перипетии принимает эта борьба. Мы понимаем, что перед нами сидят настоящие герои, очень компетентные люди. Это герои, то, что сделал Илья, он герой. Но вы знаете, вот у меня есть такое предположение, извините, Илья, но, скажем, точка зрения украинцев по поводу Крыма и ваша отличается. Почему с самого начала при назначении Марии Гайдар в Одессе, на соответствующую должность, там же возник дикий скандал. Вы слышали об этом? Почему? Она заявила, что русские и украинцы – это братья. Это не совсем так. А точнее, это вообще не так. Я мог бы обосновать это. Но вряд ли вас интересует моя точка зрения. Я перехожу к другому. Речь идет о следующем. Я хочу сказать, что неважно, к нашему ли удовольствию, при наших аплодисментах победят именно эти люди, которые, собственно говоря, представляют соль земли русской. Ничего не изменится со времен, когда Московия себе присвоила права России, Руси, когда при Екатерине II переписали все рукописи, так что теперь вообще нельзя понять повесть о временных лет, слово полку Игореве, это подделка, это фальшивка или это настоящее. С этих же пор в России действует инвариант. Как только там -то может прийти к власти приличный человек, его уберут. Даже сейчас существование этих людей зависит от щелчка Путина. Он чучку закрутит гайки, и ничего не будет. В данном случае они просто, как кто-то здесь сказал, очень грустно об этом говорить, но они легимитизируют Россию. В России все равно будет то же самое. Революция была одна. Была февральская революция октя к вопросу о том, что в России существует инвариант. Даже такие люди придут к власти. Да, спасибо за вашу цивилизованность. Окей. Okay. Даже такие. Да, Россия вернется к той же жесточайшей империи. Все. Спасибо, спасибо большое. Я можно маленький маленький здесь комментарий. Я вот сейчас читаю прекрасную книжку Светланы Алексеевич, которая только что получила Нобелевскую премию «Время Second Hand». Это настолько прекрасный портрет наших сограждан в свете вот того, что происходило в 90-е и 2000-е годы. Я просто всем очень советую прочитать. Это вся книжка состоит, не, это не художественная книжка, это серия интервью с простыми людьми хорошо обработанная прекрасным русским языком. Вот просто найдите эту книжку, она, она сейчас есть уже в магазинах, вот просто не пожалеете. Да. Можно я два слова. Uh -huh. Вот, коллеги, я э, догадываюсь, что далеко не все со мной э, будут согласны, но я хочу обратиться к тем, кто там думает, колеблется и слышит все это. Вот, пожалуйста, гоните от себя чем только можно вот эти разговоры о том, что никогда в России ничего не изменить. Это безнадежность. Просто гоните это от себя. Uh -huh. Потому что, потому что, да, нас могут там убить, арестовать, посадить, не пустить, сфальсифицировать побитым. Все, все это может быть и уже происходит. Да? Но это не значит, что надо опустить руки и ничего не делать. Надо стремиться наиболее осмысленным образом сопротивляться этому всему. Да? Поэтому мы это делаем и мы это будем делать. Вне зависимости от того, что нам говорят скептики. Да? Мы будем делать это все равно, и мы никогда не сдадимся. И вы поддержите нас, пожалуйста. Я хочу сказать о том, что современное общество живет ну, в ситуации информационных войск или натисков. И вот я уверена в том, что российская оппозиция она серьезным образом проигрывает информационную войну, особенно вне России. Нас можно упрекнуть живущих здесь в Соединенных Штатах Америки в том, что мы так или иначе малоактивно поддерживаем русскую, российскую оппозицию, и, может быть, даже кажется, что мы ничего даже не делаем. Но дело в том, что информационно оппозиция, политическая оппозиция, она очень проигрывает. Если взять официальные структуры российского государства, Министерство иностранных дел, посольства, генеральные консульцы, они уже давным-давно организовали движение, движение соотечественников, которое объединяет сейчас большинство штатов. Они организовали союз ученых, ассоциации, которые больше почти двух тысяч ученых объединяют. Культура, практически по всем направлениям. И таким образом официальная политика России, официозная политика, она в нашей подкорке сидит гораздо прочнее, чем оппозиция. Вот сегодня, я так думаю, согласятся со мной большинство присутствующих, что мы находимся при историческом как бы событии. Начинается э, прорыв информационной блокады со стороны оппозиции России, демократической России. И то, что сделал Ходорковский, это, ну, я не знаю, какой памятник, из какого э, материала ему нужно поставить. Когда появился сайт «Открытая Россия», мы, в общем-то, получили собеседников другой России. Сегодня мы узнаем об открытии фонда здесь в Соединенных Штатах Америки это прекрасно у меня нет вопроса у меня есть пожелание к тем людям которые живут здесь которые являются представителями разных этнических групп это не только русское население но через этот фонд мы можем информационно сотрудничать мы можем быть рупором тех идей которые есть в демократической России. И самое главное, мы наконец можем начать официально сбор средств в помощь оппозиции путинской России. Вот это я желаю просто большого успеха новому фонду и руководителям. Спасибо вам большое. Я хочу обратить внимание, что на сайте фонда можно и зарегистрироваться для обратной связи, есть контакты для пожертвований, тоже это все есть и все будет попадать туда куда это и должно попасть но я бы хотел сказать что нельзя сказать так чтобы мы вообще информационно здесь ничего до этого не происходило просто существует проблема вот этого общества фейсбука да, то есть когда есть круг общения и каждый человек психологически считает что вот это круг общения это и есть реальность есть круг общения политических активистов которые считают, что все вокруг думают так, как, так же, как они, что не является правдой. А есть вот то, что вот только что говорили о том, а вот у нас все родственники там считают по-другому. Но ни то, ни то не является объективной э, картиной реальности. И поэтому наша главная задача это не как там рост сотрудничества прикормить как они делают людей, которые просто за деньги готовы приходить на, на какие-то мероприятия и так далее. А как раз поднять всех неравнодушных, которые готовы вокруг себя преобразовывать пространство и собирать тех, с кем раньше не общался. Ну и вообще еще Черчилль говорил, что ложь успевает там полмира оббежать, пока правда только натягивает штаны. Да? Но, так что это не новая вся история, но мы подтягиваемся. Видите, мы подтягиваемся и мы... Я надеюсь, что сделаем э, вот работу с Free Russia Foundation таким работающим механизмом, который будет очень полезен. Добрый день. Я э, хочу сказать о том, что меня очень, наверное, больше всего волнует вопрос, как э, вы распространяете э, свои идеи, свое, ну, свое влияние в России. Я очень часто слышу у нас на сайте есть, у нас в Фейсбуке там где-то есть. Я, вот, я не совсем тупая и не совсем э, безграмотная. Я не умею пользоваться сайтом. Я не имею Фейсбук. Вот как вы доносите свои идеи до тех людей в глубинках, которые никаких сайтов, никаких интернетов ничего этого не имеют и не знают. И они спокойно, совершенно покорно слушают одну и ту же программу. Они даже не знают, что есть, например, особое мнение. Они просто... Я думаю, что если бы они слушали хотя бы только одну программу особое мнение, уже у них что-то бы щелкнуло в мозгах. Uh -huh. а, смотрите, вот это, это очень важный вопрос на самом деле, и я хочу, чтобы здесь не было непонимания у вас. Вот мы много говорили о выборах, я вижу, что многие люди это воспринимают как какую-то игру с циферками. Проблема в том, и не проблема, а решение отчасти, что выборы это единственный случай местные, региональные, особенно выборы, а тем более федеральные, да? Это единственный случай, когда гражданам нашим реально интересно разговаривать с политиками и послушать. А вот кто будет депутатом? А давайте мы на него посмотрим, а может быть мы за него проголосуем. Да? В другой момент, даже если бы вот нас пустили на телевизор, не очень большой интерес даже к политическим ток-шоу. Вот на выборах происходит та ситуация, когда люди с огромным интересом возбуждаются, готовы слушать политиков. Поэтому для нас это прежде всего возможность выйти напрямую к избирателям. Организовывать встречи во дворах, выходить от двери к двери. Вот я, Волкову, все время говорю, что вот в Костроме с этим не доработали. Там не было, к сожалению, компании от двери к двери. Вот будем учитывать это, это, эту ошибку, этот негативный опыт, докручивать это. Да? Издавать свои газеты, просто распространять большими тиражами. Мы это можем, мы это делаем. Это очень хорошая альтернатива телевизору информационному вакууму. Мы уже таким образом охватили очень большое количество людей. И будем охватывать в связи с думской компанией, будем охватывать еще больше. Поэтому эти механизмы прорыва информационной блокады, они у нас есть. Конечно, у нас скудноватые ресурсы, но будем делать все, чтобы их наращивать. Но еще раз, не надо недооценивать именно институт выборов. Это важнейший механизм, как мы можем выйти напрямую к людям. Поэтому не надо говорить, что мы там им помогаем что-то легитимизировать. У них и так все давно легитимизировано и без нас. А вот то, что выборы дают нам реальный выход напрямую к обычному российскому гражданину, вот это бесценный капитал, который мы вот намерены всячески наращивать. Я полностью согласен с тем, что сказал Володя. Но то, чтобы еще вы понимали, в России в интернет проникновение интернета это примерно 70% населения. Но это не играет никакой роли. Да. Потому что политизированная часть аудитории интернета те люди, которые черпают из интернета политическую информацию, это примерно процентов 5 населения. Да. При этом тоже та вещь, которую многие очень не понимают. Опять вот этот эффект своего круга общения. Все говорят, о, Facebook, да, и вроде как все знакомые там есть, ощущение, что вообще все там есть, что вся страна там есть, и мы там общаемся, и ставят лайки, и лайк поставил, уже все как бы хорошо, и разошлись. А на самом деле аудитория того же Facebook по отношению к аудитории другой российской социальной сети ВКонтакте, это примерно 1 к 20. И там совершенно другие политические предпочтения, и там полное доминирование информационное в Фейсбуке не означает ровным счетом ничего с точки зрения потом избирательного поведения. Я глубоко убежден, и моя политическая практика показывает, что самый эффективный способ сейчас работы с оппозиционно настроенными гражданами ⁇ это газета причем с огромным отрывом и чтобы вы тоже понимали вот мои избирательные кампании в новосибирской области примерно 3 миллиона человек то есть это означает что это около миллиона домохозяйств вот избирательная кампания я распространяю в области примерно 8 10 миллионов экземпляров газет это вот, вот это, это транслируется там в 15% голосов. В этих газетах делаешь распечатки из эхо Москвы, и из сайтов там Навального, то есть и еще чего-то, то есть и люди это читают, и только таким образом они получают информацию, они хотят получать информацию таким образом. Эти газеты разлетаются, их никто не выкидывает, особенно на селе. Особенно на селе. В городе это сделать сложнее, а на селе это просто идет абсолютно в лед. Но Стоимость экземпляра газеты напечатать в России в среднем рубль. То есть, соответственно, 10 миллионов экземпляров – это 10 миллионов рублей изготовления, и еще примерно в среднем обходится в рубль донести это. Это не то, что там кому-то надо платить на коммерческой основе, но это просто активистам, которые поедут по деревням, нужно взять машину, за эту машину надо заплатить за бензин, им надо, то есть, там уйти с работы на то время, пока они этим занимаются. Поэтому даже без прибыли, это получается в среднем, вот 2 рубля это стоит донести один экземпляр газеты э, э, до человека. Но это вот то, что, чтобы вы понимали масштаб затрат, которые необходимы для избирательной кампании. Но эффект от этого, он потрясающий. Да, я полностью согласен, вот Илья все правильно говорит. Угу. Здравствуйте, Дмитрий Ахтырский, преподаватель философии. Мой вопрос касается организации возможной работы российской оппозиции в эмиграции в диаспоре. Среди нас много достаточно людей, имеющих, допустим, высшее гуманитарное образование, научные степени в разных гуманитарных областях. И Таким, как я, прежде всего, интересна сама идея формирования открытых дискуссионных клубов, а равно мне бы интересно было бы более интегрированные проекты, типа создания научных, образовательных, пусть маленьких, но центров, которые вели бы деятельность и которые бы, возможно, готовили э, людей, которые готовы были бы заниматься некими проблемами в новой будущей России и имели бы э, одновременно... Представление о том, что представляет собой современная гуманитарная наука и о российских проблемах одновременно, что трудно, будучи, например, студентом или преподавателем там Еле или Гарварда. Спасибо большое. А, ну, спасибо большое. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь к команде. Вот, соответственно, Влад, который стоит рядом, обменялись бы контактами и начали бы что-то делать. Мы специально, вот у нас сегодня первая такая встреча, мы специально сосредоточились на проблемах оппозиции как организации там чтобы обсудить эту тему. Мы дальше планируем, что каждая наша встреча она будет посвящена какому-то конкретному проблеме программного характера, да? то есть поговорить там про конкретные аспекты связанные с экономикой, про конкретные проблемы связанные с социальной сферой, и нам будет очень интересно, чтобы вот в ходе таких обсуждений, вот ваши идеи, например, что из американского опыта можно было бы перенести в Россию, а что наоборот переносить ни в коем случае нельзя. Что вы считаете делалось правильно, что вы считаете сделалось бы неправильно. Да? И на выходе из каждой такой встречи вот мы будем составлять такой список да, идей, пожеланий и так далее, который пойдет потом в программу. У нас, к сожалению, очень мало времени осталось. Я перед началом положила вопросы из Баку и от гражданского активиста Ильнура Меликова. Я думаю, что мы не успеем уже ответить на все вопросы. Пожалуйста, скажите ресурс, где мы можем продолжить эту дискуссию, потому что остаются вопросы и интерес очень огромный к той работе, которую вы делаете, и еще несколько человек хотят вам задать вопросы. Да, ну у нас есть вот этот ресурс, вот он forfreerussia.org, for вот он здесь. Написан. На нем можно записаться. Мы сделаем э, еще специальную почтовую группу рассылки. И будет соответствующая группа еще... Ну, То есть есть группа в Фейсбуке Freerusha Foundation. Можно, соответственно, тоже там вести э, разговор. Если бы кто-нибудь у нас э, и здесь присутствующих был бы, кто хорошо общается с сайтами, вот э, такой дискуссионный модуль. Мы были бы очень при, при, признательны за помощь в разработке. А если кто-то конкретно хочет там, мне задать какие-то вопросы, то вы можете просто мой mail адрес повесить там, угу. пусть люди мне пишут. Да? Я всегда отвечаю. Ну тебе наверное, лучше всего в фейсбуке просто через фейсбук. Можно и в адрес, фейсбуке, да. можно и mail адрес. Да. Это не вопрос. Да? Добрый день всем, Владимир. Первый вопрос у меня к вам. Как я понял, вы с большим оптимизмом оцениваете именно экспансию в рамках легальных выборов в России. Значит, но та партия, которая сейчас удерживает власть, Единая Россия. Известно, что для того, чтобы результаты выборов любых, происходящих в России, утвердить, они используют и криминальные методы, от вбросов до избиения наблюдателей и даже там до взятия заложников таких как Олег не Олега, а брат Навального Олег Навальный, да, значит. Демократическая позиция действует в рамках правового поля, а, скажем так, сторона путинская, большинство путинская именно партия действует, используя полный арсенал криминальных методов. Вот что вы в рамках своего оптимизма, как вы считаете, что можно этому противопоставить? Ну, смотрите, во-первых, не надо воспринимать Еще то, что один. я говорю, как какой-то избыточный короткий. оптимизм, да. Uh, я просто вынужден работать вот то, что называется с opportunity сайт, но ну, иначе просто можно застрелиться. Да? Если, если вот только заниматься тем, что читать эти новости из России. Да? Uh, поэтому я к себе, я, я уже, я-то против Путина публично давно выступаю, там почти 15 лет, да. И я выработал определенный иммунитет к плохим новостям. Ну, это it, it, it happens, да, вот все это в России. Поэтому надо еще раз, uh, я привел эту аналогию с боксером на ринге, который должен встать при любых обстоятельствах и продолжать борьбу. Это не очень оптимистичная ситуация. Но у нас нет другого варианта. Просто жизнь такая. Да? Я вас понял. У То нас есть... нет другого mm -hmm. варианта, поэтому нам надо идти на эти выборы. И возможности работать там есть. Если вам рассказывают про тотальные фальсификации, нет, нет. Они далеко не тотальные. У нас есть огромное поле возможностей. Вот я вам могу рассказать, это очень знаковый случай, обязательно pay attention. Да? Вот обратите внимание на иркутские выборы, где они проиграли выборы губернатора. В первом туре ему не хватило там 2-3 тысячи голосов для того, чтобы получить 50% и избежать второго тура этому губернатору Единороссу. Он остановил внесение данных с протоколов в ГАЗ выборы ночью, и угрожал, реально физически угрожал уголовными делами против родственников, всякими адскими последствиями руководителям местных УИКов, участковых избирательной комиссии, из которых 80% являются членами партии ⁇ Единая Россия ⁇ пытался заставить их переписать протоколы ночью. Большинство из них отказалось это сделать, хотя они подчиняются ему в рамках партийной вертикали. Поэтому в России, если вы посмотрите, например, крупнейшие города, Екатеринбург, Новосибирск, это четвертый и третий по величине города в России, за два года последних прокатили Единую Россию, выбрали оппозиционных мэров. Да, не идеальных мэров, да, не с, не с суперскими полномочиями, но вот в этой системе фальсификации, да, есть масса историй, где, ну вот у нас, например, депутат э, наш э, единственный депутат из не входящих в четыре большие парламентские партии в Гордуме Владивостока, депутат от Дем-выбора. Да, он много там не может сделать, но он как Немцов в Ярославле, он боролся, он сейчас проголосовал против отмены прямых выборов мэра, там целая группа депутатов против этого голосовала. Можно бороться, есть поле для этого, мы тоже не дураки, вот все эти годы мы вырабатываем какие-то технологии борьбы с фальсификациями, борьбы с прессингом, борьбы с административным ресурсом. Да, они пытаются кого-то выбить из игры, кого-то посадить, у нас есть кто придет им на замену. Да? Но вот, к сожалению, такая вот у нас плохая ситуация, она совсем не оптимистичная, но просто надо бороться, и возможности для этого, поверьте, они есть. Хотя их мало, они ограничены, но тем не менее они есть, мы стараемся все их использовать по максимуму. Спасибо. И второй вопрос, короткий к вам, Илья, и к вам, Владимир. Так как Россия втянута в войну в очередную с Сирией, и это, по сути, черный ящик, то есть какие будут последствия с исламским государством, неизвестно. Если вы на эту тему размышляли, ваше мнение, какие риски оттуда идут? Спасибо. Спасибо. Ну, давайте, наверное, на этот вопрос я отвечу. Я не склонен преувеличивать риски, которые связаны именно с религиозным характером этой войны, потому что, на мой взгляд, этот риск уже отыгран в ходе чеченского конфликта и вся религиозная мобилизация, которая в России могла быть произведена, она уже произведена и никакой новой мобилизации в этом плане не произойдет. Что действительно произойти может, и об этом неожиданно у нас тут союзник, да, нашелся господин Стрелков. Вчера разразился на эту тему большим интервью, и он говорит: поражение России в Сирии э, очень сильно увеличит вероятность распада страны, это его слова не мои, э, потому что э, разочарование в сильной власти, и вот уже сейчас Сирия начата в значительной степени за счет того, чтобы увести внимание от э, Донбасса и от того, что фактически э, Путин не смог выполнить никакие задачи, которые публично формулировались относительно Донбасса. Я считаю, что там реальные задачи другие, они а постоянная просто зона напряженности в Украине. Но публично-то ставилась задача создания пресловутой Новороссии. И от этой задачи они были вынуждены отказаться. В Сирии точно так же выполнить никаких задач нельзя. Это только поляна для торговли. Но психология Кремля, она не долгосрочная, она не стратегическая, она тактическая. Тактически Сирия нужна для того, чтобы торговаться по поводу Крыма, по поводу снятия санкций, по поводу того, чтобы кровью русских солдат оплатить кризис с беженцами в Европе. И вот в эту сторону это все идет. А что будет потом, ну потом, соответственно, Кремль будет решать, что с этим делать. Я, если хотите, можно ссылку потом прислать кому интересно. Я написал текстик небольшой, что там может быть в Сирии. Я считаю, что, во-первых, не сработает тема исключения воздушных ударов, потому что армия Асада и иранцы и Хизбалла, которые там есть, они не бы И второе, что э, России не удастся оттуда легко выйти, потому что, во-первых, это будет у нас формируется явный альянс такой серьезный региональный с Ираном, и я считаю, что это они нас туда втянули, и они очень будут жестко э, ругаться на Путина, если он захочет просто взять и оттуда уйти. Кроме этого, я считаю, что для Путина действительно по ряду причин, там не будем углубляться, серьезная задача сохранить Асаду у власти. Если он уйдет, то с Асадом практически все понятно. Да? Отсюда вывод следующий: что если спрашивать, решатся ли они на наземную операцию, на массовый ввод войск для наземной операции, я думаю, что да. Больше того, Песков, известный, усатый с часами, который сказал буквально на днях, вы погуглите эти заголовки, Песков, наземная операция. Он буквально вчера или позавчера сказал о том, что без наземной операции в Сирии не обойтись. А если, соответственно, наземная операция будет, ну тут, я думаю, не надо быть большим экспертом, чтобы понять, что за этим последует. Общественная реакция в России на эту историю зависит, к сожалению, от очень одного трагического фактора. Будет много гробов, будет реакция. Вот э, история с наземной операцией, она дает, в общем, понять, куда это все может в итоге прийти. Кстати, афганская операция в 1979 году изначально планировалась как очень ограниченная, и только когда выяснилось, что эти все бойска, войска под руководством Бабрака Кармали не были только тогда было принято решение о действительно массовом вводе и все это. Ну, вы знаете дальше. Да. Что -то. История, к сожалению, повторяется. Дорогие друзья, нам, к сожалению, уже все показывают, что нам надо завершаться. Здесь будет следующее мероприятие. Мне кажется, наша первая встреча получилась чуть-чуть комом, но все равно хорошо. Я надеюсь, что вы придете в следующий раз. Я надеюсь, что эта следующая встреча произойдет в достаточно обозримом будущем. И мы еще до конца этого года еще раз встретимся и в таком составе, и более широком. Спасибо большое всем, что пришли. И следите за новостями, заходите на наш сайт, смотрите на Facebook. Результаты нашей встречи я там хотел тоже бы появилось. еще, Я присоединяюсь к словам Ильи Намарева. И я хотел бы поблагодарить Аллу тоже за организацию этого мероприятия нашего. Подписывайтесь на нашу рассылку электронную на сайте, на наши страницы на Фейсбуке. Будьте на связи и до новых встреч. Спасибо.